берем фитбол, одну ножку уводим на край кушетки, вторую кладем на фитбол. Максимально разводя ногу в сторону, Диме нужно будет вернуть ее вовнутрь. Раз. Я немножко сдерживаю. Два. А на прямых легче мне. Да. Три. Четыре. Поэтому я даю сопротивление. Пять. Шесть. Потому что здесь еще спастика может помогать. Семь. Восемь. Девять. 10, делаем 15, 11, 12, 13, 14, 15. Блин, напрягается все от паха. Да, не будем выражаться без матов. От самого, что ни на есть, паха и до самой пятки. Вот вся вот эта сцепка. Внутренняя. Да, вся, да. Вся внутренняя поверхность. Да. И пресс нижний. Ну, без нижний. Да. Ну, обязательно, да. Причем напрягается так аж до боли. Никогда. Ну, через 30-40. Сказал никогда, да? На сегодня это закончится минут через 30-40 где-то, возможно. Если ты заплачешь. А если не заплачешь, то через 50. Давай. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Огнем горит сегодня, что не могу понять чего. От чего и почему. Почему? Ну да. Не, у меня на самом деле сегодня пятница, у меня усталость дикая. Вот она даже накопилась. Может показаться, что это лень. Нет, это усталость. Такая какая-то. Ну ладно. Пятничная такая усталость. Да, да. Как будто в пятницу. Хочется коня, вина и женщин. Как говорит директор, да? Ладно, Катя. Так, ну что, увели. Возвращаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. 14 и 15. Пока перерыв. Вообще огнем горит. Да. Ну я четче делаю, чем в прошлый раз, да? Так, значительно. У меня здесь пресс как-то, наверное, включается, или он... Меня крепче будет... становится. Да, у меня за последнюю неделю, как-то за последние две недели у меня как-то... Как прыжок с парашюта. Да, ты немного вырос в плане сил. А, я прав. Ну что, еще? Да, а мы по два раза делаем? Да, по 15. Раз, два, три, четыре, больше, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14 и 15. Как в футболе, знаешь, финалишь. Теперь мы будем выполнять упражнения в противоположную сторону. С точностью до наоборот. Да, с точностью до наоборот. То есть мы укладываем ногу на фитбол, заваливаем ее вовнутрь, и нужно ее... Давай. Раз. Два. Три. А вот здесь мне сложнее с прямой ногой, чем со согнутой. Давай. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Это безумно тяжело. Давай по десятке. Десять. Я не знаю, мне это безумно тяжело. Вот самая большая, огромная сложность вывести снизу вверх. Вот это.
Вот по фитболу. Ну, оно получается, да, немножко заваливается, во-первых, вовнутрь нога, а во-вторых, она слегка съезжает вниз. И нужно не просто ногу отвести в сторону, как если бы вы работали на кушетке, либо как если бы вы работали на резинках в подвесе, да? А здесь идет небольшой купол движения, и вот это вот нужно выполнить. То есть здесь как будто бы и есть движение в сторону, но оно идет через преграду. Вот здесь очень болит. Ягодица где крепится? Ягодица где крепится к тазобедренному суставу. Верцеву. То есть еще надо? Да, еще 10. Давай хоть два. Два раза по 10? Ладно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9 и 10. Слушай, можно яйца варить, мне так горит все. Или оно там варится все. Ну сейчас пока тазобедренный сустав у тебя варится. Фу, вообще безумно тяжело. Сегодня сплошные стоны. Да, такой интересный звук. Очень смешно, хвала. Давай. Ты готов? Делай давай. Делай давай. Фу. Раз. Ты отличный снайпер, если пока идет это сильно, два. Будет хорошее изображение. Фу. Три. Смотрю, ты взял. Фу. Четыре. Я никого не попал. Фу. Пять. Ты отличный снайпер, если пока идет это синяя линия, у тебя будет хорошее изображение. Типа вот смотрю. Фу. Восемь. Ему отрезка. Я не попал. Девять. Как ты это покрепче, да? Это попроще идет. Какая-то вообще такая асимметрия по телу, там больше, там меньше. Здесь больше, тут меньше. В одной ноге вовнутрь проще, в другой наружу проще. Причем в согнутых это все по-другому. Да. Бывает на войне и так. Продолжим? Да. Давай. Ой, как это сделать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Еще. Шесть. Еще. Семь. Еще. Восемь. Девять. Завершаем. Десять. Причем я скажу, вот ты держишь ногу, нету вот этого толчка, инерции, посыла. Да, вот от надо второй включать, ноги. Да, надо включать мышцу, как ты говоришь, которую нельзя включить. Что ты делаешь? Что я делаю? Усложняю тебе задачу. Значит, да, если, например, я фиксирую вторую ногу, то в этом случае Диме приходится работать только одной ногой, максимум он может включить только мышцы корпуса. Если я вторую ногу не фиксирую, он за счет вот этого колебания корпуса, инерции, он работает в принципе тазом, больше будет включать таз, нежели отдельно одну какую-то ногу. Вот такие вот фишечки, да.